шпильки. Сейчас расскажу. На старт, внимание, шпильки. Очень нравится мне видеть умные глаза девушек и губы, повторяющие. На старт, внимание, шпильки. Итак, судьи готовы? Зрители готовы? Мы начинаем второй командный забег. На старт, внимание, шпильки. Вот это серьезно. Меня даже развернуло немножко потоком ветра. Вот так вот. Корветки зачешут. Вот что даем. Заявочка, заявочка. 50 метров преимущество у конфетных. Друг за другом бегут. Друзья, мужчины, может быть, дали на
уже третья дорожка, все понятно, точнее, не все понятно. Остается лишь, что у меня еще очень много вопросов к этому человеку, но при всех, ладно, не буду спрашивать, это такие провокации, понимаешь. Итак, Дмитрий на третьей дорожке номер 19. Нам будет судью на девочку, да, заменить? А может нам судью на девочку поменять? Нет, говорит, беги ко мне. Итак, четвертая дорожка номер 77, как тебя зовут? Катя. Ой, не боишься, что девчонки обойдут тебя? Мне не обидно будет проиграть. А можно, Наталья, вы бы рядом с ним бежали? Мне кажется, он сразу громко. И на шпильках. У вас 42-й, если вы можете вам дать. Итак, судьи готовы, зрители готовы. На старт, внимание, шпильки!
команды «Толс», как зовут? Как, я просто забыл. Синего Забегова. На старт, внимание! Актеры отправляются для подведения итогов специально. Ты быстро побежала, могла бы побороться за главные призы? Поэтому ровно через год все, кто сегодня поддерживает тебя, а все, кто хотел, но не сделал этого, ровно через год, welcome к нам снова. Так, еще есть желающие? Замечательно. Прям с сумкой бы. Не боишься? Я смотрю, уже покусали тебя. Ты сегодня пришла в довольно гламурном образе. А хочешь пробежаться? Хорошо, хочешь, побежали. Итак, давай, как тебя зовут? Ирина. Итого у нас 4 участницы. Я побегу с Настей. Вы мне скажете, кто победил, хорошо? Я вот беру пупу. Ну что, на старт, внимание, шпильки, побежали.
обещал помочь и ушел. Итак, дальше я бы хотел наградить команду, самую быструю команду, но не из всего забега, а только из участниц конкурса «Мисс Екатеринбург 2011». Самой быстрой командой стала команда «Комета» с общим временем 2 минуты 15 секунд. Команда «Комета», мы ждем вас здесь в полном составе под аплодисменты. Мойте, вы здесь у нас? Как с вами удобно? За вами кто-то следит, да, и все время направляет нужное русло? Ну что, рады? Очень. Согласны, что как корабль назовешь, так он и поедет? Безусловно, мы уже когда шли, это значит, что мы поедем. То есть сначала родилось название, только потом команда. Конечно. Аплодисменты нашим участникам, пожелаем им удачи в нелегком конкурсе. А это правда очень нелегкий конкурс. Когда он, кстати, будет у нас? 12 августа финал. 12 августа, куда звать гостей? Поэтому они все вместе всегда ходят, потому что каждый из них знает немножко информации. Итак, 12 августа в Тюзе мы ждем всех вас на финале конкурса «Мисс Екатеринбург 2011». Аплодисменты участникам, самая быстрая команда. Провожаю вас. До свидания. Идем дальше. И награждаем самую быструю команду в общем зачете. Это стала команда «Конфетки». Давайте, давайте, пробирайтесь к нам. Не зря наряжались. Давайте красиво в линию. Вы также получаете ценные призы от наших партнеров. Довольны? Да. Кто придумал вам образ конфетных девушек? Я тут даже специально майки сделали. Все вместе, мы команда. Ура! Давайте еще раз скупаем в аплодисментах команду «Конфетки». Очень долго готовились и победили в номинации «Самая быстрая команда». По 100 метров преодолели девочки. В итоге полкилометра пробежали на шпильках. Ура! Провожаем вас. Еще раз. Видите, как много фотоаппаратов сегодня. Все для вас. Забирайте сок. Нам нужен мальчик, чтобы помочь соком. Он здесь. Вы какой-то другой мальчик. Нас раньше не видели. Итак, еще одна специальная номинация. Самая креативная команда. Это команда «Отчаянные домохозяйки». Под ваши аплодисменты. Девочки, давайте к нам, бегите. Одевались на рынке, к сожалению, не выиграли главный приз, наверное. Придется и дальше одеваться на рынке. Но ничего, хоть стопы побьете. Давайте, давайте. Давайте поддержим девочек, они уже рядом. Аплодисментами самая креативная команда. Домохозяюшки, здрасте. Ходите на подиум, забирайтесь. Вам можно, вы сегодня трех салата. Как можно догадаться вообще, идет анонс мероприятия, гламурный забег. Вот огурцы. Тоже на любимый скотч, да, я так понимаю? Итак, то есть придумала, кто все придумал, Вика? Расскажи, почему ты пыталась там сорвать мероприятие, у нас гламурный забег, а вы пришли в халаты? Ну, леопардовый, конечно, хорошо. Я не разбил вашу теорию, я все, чтобы вам поаплодировали. Очень порадовались сегодняшние девушки, команда «Отчаянные домохозяйки» с моими образами. Это будет вам и вам специальные подарки. Друзья, давайте похлопаем. Что ж мы стесняемся, девушки? Подготовились и выиграли приз. Салаты купили, хоть теперь дома в салатах. Все, провожаю вас, забирайте. У вас нет специального мальчика? Да, вы же домохозяйки, что такое несете. Итак, переходим к самому главному, к финалу сегодняшнего забега. Награждение первых трех лучших девушек. Итак, за третье место награждается специально
наших партнеров, а также сертификатом на 50 тысяч рублей на шопинг в торговом развлекательном центре «Гринвич», у которого мы находимся, номер 55. Аплодисменты! Она просто порвалась в финальный забег благодаря удивительным горожанам нашего города. Так громче, громче, друзья! Еще, если я не ошибаюсь, только я тут прочитаю, подтверждает, что участие забега на шпильках 2011 находится в превосходном тонусе, сохранить который поможет годовой абонемент в фитнес-клуб АПВГЦ и грандиозный запас тока тонуса. Аплодисменты! Так, давай вот как-то вот. Вот, девочка-бутылочка. Так, идем дальше. За второе место награждается номер 3 специальными призами и абонементом на 70 тысяч рублей, а также грандиозным запасом сока тонус. Громче, громче, друзья! Сегодняшнего дня, сегодняшнего спортивного практически праздника, главных Олимпийских игр. Итак, за первое место специальными призами, а также сертификатом на шопинг в торгово-развлекательный центр «Гринвич» награждается номер 40! Вы должны улыбаться, стоять. Довольны должны быть.